Там старенькая мебель какая-то есть, хорошо. Классно же, как жить. Так что вы не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Надо просто каждый день делать подвигом. Каждый день надо молиться Богу так, чтобы сердце радовалось, было счастливым. И каждый день будет счастливым. Вот и все. Нет другого способа в этом материальном мире выжить. Потому что одно закончится, другое начнется. И так бесконечно. Бесконечно. Сейчас такое время, я вам такую лекцию даю, потому что сейчас такое время. Сейчас все обескуражены, все в страхе живут. Я вам объясняю, как вырваться из этого состояния. Как сделать так, чтобы все было хорошо.